Итак, друзья, я не смог добраться до улицы Борисоглебского уже, потому что вода стремительным темпом прибывает. Просто обратите внимание, как она движется по асфальту. Другого вам ничего не могу показать, потому что ничего не видно. Но напор воды бешеный. На пути следования воды как раз-таки находится спортшкола «Лидер». И вода до нее доберется, я думаю, буквально уже там через 3-4 минуты.